Друзья, вернемся к песне «В песках Татуина». Дело в том, что помимо гармонии, меня попросили еще показать арпеджио или перебор. Значит, так что у нас получается «В песках Татуина», часть вторая. Смотрим. Ну, гармонии мы уже с вами знаем. Теперь, собственно, как играется вот это самое арпеджио. Ну, вот, вот смотрите, разбирайтесь. Значит, вот так вот я зажимаю. И вот так вот я играю. Медленно, вот прям сдвину сейчас весь в объектив и буду играть вот здесь, вот по-тупому на грифе, вот так. Аккорда там арпеджио нет. Я тебя пытаюсь разглядеть. Значит, еще раз вот отодвинусь подальше и сыграю вот в сборе. Координационное упражнение, так, я не знаю, из любви к искусству, может быть, кто-нибудь разберет, но петь и играть это, ну, достаточно сложновато, скажу я вам честно, даже как автор. Но всем удачи и до встречи, пока!